Всем привет! Сегодня хочу показать вам мои покупки за последнее время. Ну, я давно не снимала такого видео, немного чего я купила, но хочу поделиться с вами. Сначала, что я купила, это на AliExpress я заказала вот такие блокноты, пеналы для карандашей. Я заказала три, такой самый маленький. Вот такой побольше и вязает. Так, видим. И вот такой вот. Самый большой. Три штуки. Так. Стоит маленький на 72 карандаша. И сюда я как раз положила лежи. Вот так. Тут они хорошо лежат. Пользоваться удобно очень. Кстати, такая клеенчатая ткань, но все-таки тканевая. Ну, как сказать, просто влажной салфеткой не протрешь. Придется какой-то губкой или щеткой отмывать, если вдруг замарается красками, карандашами или еще чем-то. Или, в принципе, со временем будет мараться. Придется как-то отстирывать. Потом следующий вот такой. На 120 штук. Сюда я положила все свои акварельные, водорастворимые карандаши. И сейчас покажу, что у меня тут находится. Ну, как-нибудь все три открыть сразу. Так. Ну, тут самые разные, и арт-грип акварельные, и здесь вот кариока акварельные, и здесь вот неокалоры, два штучки у меня больше нету. Тут у меня и еще лежит кисть с резервуаром. Удобно, взяла тут весь пенал и пользуюсь, пожалуйста. Так, здесь от карандаш Supracolor. Здесь Derwent Inktense. И тут уже пошли 36 карандашей Albrecht Dürer. Вот они. И вот это уже удобно отмывать. Она такая под цвет моего стола, только это чуть зеленовато, а стол у меня сероватого цвета такого. Вот это уже удобно, влажной салфеточкой протер, если заморалась, и все замечательно. И вот этот самый большой, вот так вот. Здесь у меня хранятся, он на 184 карандаша, этот был на 72, а на 78, и как раз еще вот тут вот есть. И блендеры, в общем, тут не хватает. Так, а здесь сейчас покажу, как у меня хранятся мои карандашики. Они очень тяжелые, эти пеналы. Вот здесь у меня хранятся буртфунеры. Буртфунер, Color Pencil. Тут вот дублируется еще название. И вот так вот по оттеночкам они у меня тут лежат все. А, кстати, да, тут вот еще Castle Art и Daily. Там мне Ирина дарила карандашики. Вот так красиво они тут хранятся. Пользоваться тоже очень удобно. Достал весь пенал. И вот они, карандашики все перед глазами. Они у меня изначально лежали в жестяной коробке, в которой продавались. Но это было неудобно. Ну, в принципе, это было удобно хранить, но не очень удобно пользоваться. Но все же я сначала не приобретала никаких пеналов.
пользовалась так, но в какой-то один прекрасный момент моя дочь рассыпала все эти пеналы, не пеналы, эти поддончики, в которых лежали карандаши. И мне так лень было их обратно рассортировывать по цветам, что я подумала, пусть они уже лежат так куча в этой жестяной коробке, и я приобрету себе пеналы. И, кстати, в планах у меня еще, наверное, 3 купить пенала. Также на 72, на 120 и на 180. Но пока не знаю, когда это будет и будет ли вообще. Но, в принципе, такие планы есть. Так, дальше. Купила 3 раскрасочки. Давайте по одной буду показывать. Вот так. Вот такая малютка. Раскрашиваем по символам от издательства Нельсон. Кстати, Disney, у меня тоже есть еще Нельсон от издательства Нельсон. Только там из разных мультфильмов персонажа, а тут только принцессы из разных мультфильмов. И я здесь уже вот 4 картинки сделала. Тут 4 мультфильма. Это иллюстрации из 4 мультфильмов. А, кстати, тут ни Золушки, ни Рапунцель нету. Здесь есть. Ну, давайте я, наверное, вам покажу, что сделала. Аладдин. Ну, мультфильм Аладдин. Да, или как он правильно называется, в общем. Ну, раскрашивать удобно. Она очень маленькая такая. Но не все детали... Не пронумерованы, как это называется, раз символами. В общем, не обозначены все детали. Вот здесь вот было перо тоже зеленое в цвет. Вот цвета вот так вот тут находятся на обложке. Клапан тоже удобно, не надо каждый раз переворачивать. Так, еще. Вот Белль. Белый это, вот видите, тут предполагается снег. Ариэль. И последняя, вернее, самая первая. Я просто начала с конца рассказывать. Это вот Белоснежка с принцем. Я вообще обожаю раскраски по номерам, поэтому не смогла устоять перед такой милотой. Следующая вот такая раскраска. Кстати, они все около 4 евро стоили. 3,99. Тут не указано, но тут наклейка была. Это, ну, не совсем по номерам раскраска. Здесь сейчас покажу. Вот такие вот. Кажется, на первый взгляд, да, паттерны, узоры цветочные. Но здесь вот есть... Я, кстати, не знаю, кто это. Кат Кидстон. Вот. Образцы даны. Это надо читать, я еще не читала. В общем, вот. Ну, как я понимаю, это ткань. И вот с узорами, с цветочными. И они подписаны все. Парк роз, цветы. Ну, очень красиво здесь выглядит это все. И здесь не даны какие-то цвета, номера. Просто вот сами подбирайте, как хотите. Но выглядит это все красиво. Вот смотрите, какой. Вот это вот. Мне вот такие вот особенно нравятся. Ну и все. И тут вот начинается раскраска. С двух сторон с клапанами. Какого года? Распечатана в Китае. Иллюстратор
Ну, вот этот вот, я не знаю, как правильно читается на имя, фамилия этого человека. Ну, в общем, если будет интересно, я почитаю, ну, переведу вам, что здесь написано, если захотите обзор на эту раскраску. Мне очень понравилась такая прикольная. И вот третья раскрасочка, я тоже не смогла устоять перед ней, это феи. И здесь они вот такие вот красивые рисунки. И они специально так сделаны, как будто вот только нарисованы карандашом. Какие-то линии, штрихи, ну как кажется, неопрятные, да, но это такой стиль. Где-то что-то тут растушевано, подтерто. Ну, очень прикольно. Красивые феечки. Бумага такая плотная. Я хочу попробовать здесь делать акварельную подложку и дорабатывать уже карандашами. И такая вот замечательная раскраска. Так, и следующее, что я купила, это вот такие масляная пастель водорастворимая. Я ее еще не пробовала. Лежит у меня уже, наверное, неделю. И я не выкрасила ни один мелок. Давайте, наверное, вместе с вами это и попробуем сделать. Не знаю, почему написано джамбо. Одни, в принципе, небольшие. Может быть, они есть меньше. Не знаю. Док Рафтс. Артист. Не знаю. Что за марка такая? Вот так они выглядят. И я тут вот приготовила листик. Давайте тут с вами попробуем. Где-то моя кисточка была. Не знаю, белый стоит. Никакого номера, ничего нету. Ой, как они крошатся. Стоит ли все выкрашивать? Давайте несколько. Тут я начала сначала по порядку. Думаю, не стоит. Почему так темно стало? Зелененький. Какой красивый зеленый. А вот этот чем отличается? Ах, вот он что. Он такой синий, темный. Я хочу, в принципе, посмотреть, размываются они или нет. Написано-то написано, но как оно есть на самом деле. А, и еще хочу черный попробовать, насколько он насыщенный. Руки заморала. Так, я приготовила тут еще салфеточку. Ну, белый не стоит, там ничего не видно. Размываются, но как они выглядят после размытия, что-то мне не очень нравится. Не очень нравится. Вот эта насыщенность пропала. Может быть, их наслаивать можно будет.
Или может бумага неподходящая, хотя тут она, ну, около 100 грамм, наверное. Ну, размываются-то они неплохо, но как выглядят, почему-то мне не очень нравится. Сейчас я вам поближе еще покажу это. Мало воды, плохо размываются, много нальешь и какие-то пятна. Ну, вот так вот они выглядят. Не нравится мне. Ну, может быть, где-нибудь можно использовать на другой бумаге, возможно. Так, извиняюсь за шум. Окно открыто, потому что очень жарко. У нас около 32 градусов. И просто невозможно с закрытым окном сидеть. Ну вот, такие вот у меня были покупочки. На этом все. Показала все, что приобрела. Ну что? Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что подписываетесь. Всем хорошего дня. До новых видео. Пока.